Итак, всем привет. Мы продолжаем работать с нашими фиолками. Вот, как видите, склеил, загрунтовал и зашпатлевал основную часть фигурки. Загрунтовал в зеленый цвет. Голову пока не приклеивал. Голову загрунтовал в серый цвет. Приклеил ее на зубочистку. И сейчас попробуем покрасить глаза, сделать глаза и нанести базовый цвет на всю голову. Так, буду использовать белую краску MIG, черную, и, скорее всего, вот Валеха Skin Tone. Сейчас фокусировку. Так, отложим в сторону фигурку. Кисти у меня 3 0,5 нулей. Итак, начнем. Берем белую краску. Наносим там, где будут глаза, можно чуть больше, все равно это будет закрашено. Дадим краске высохнуть и продолжим. Итак, белая краска уже высохла. Сейчас попробую сравнить фокусировку. Что-то не хочет сфокусироваться, но... Сейчас попробую еще с черным фоном. Так, более-менее. Теперь возьмем кисточкой 5 нулей и аккуратно попробуем порисовать черной краской полосочки такими глаза. Итак, приступим. Делает это, в принципе, первый раз, плюс на камеру не совсем удобно. Снимаю на телефон. Так, пока получился такой вот чудик. Теперь возьмем краску Skin Tone и все то, что сейчас я черным здесь вышел за рамки, белым попробуем все аккуратненько закрасить.
Заодно и закрасим все лицо. Вернее, всю голову. Дадим краске высохнуть. Это первый слой. Второй слой я докрашу самостоятельно, потому что на камеру неудобно, мешает телефон. И дальше уже включу видео. Итак, после небольшой подгонки глаза, некоторые пришло, один глаз пришлось чуть-чуть довести. Но в результате у нас получилось вот такое лицо. Это будет базовый слой, так сказать. Его, возможно, покрою глянцевым, даже может матовым или глянцевым лаком, чтобы сохранить глаза, чтобы если потом где-то запортить, можно было снять безболезненно, так сказать. Пока оставлю на день на просушку окончательную, потом свежим взглядом еще раз посмотрю, может надо будет где-то довести. И уже продолжим следующую серию. Будем уже тонировать лицо, делать тени, чтобы оно не выглядело таким вот плоским, бледным. У меня есть еще краска. Мистер Хобби Флэш. Будем пользоваться ей. Как уже показал Валеха Скинтон. Будем их разбавлять, возможно, белой краской, по крайней мере, в олеховскую. А мистер Ковер будем разбавлять фирменным растворителем, чтобы положились такие прозрачные слои. И будем дальше учиться. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.